земле принесла. Ку-ку, спряталась. Ку-ку. За палочку спряталась. Да, не видно тебя, нет, совсем не видно. Ты притаилась. Вот дитё-то огромное. Большая дочка. Большая дочка. И моя дочка. Чем он записан? Ей же опилки не нужны, наверное, или нужны? Нет, конечно. Она здесь ходить не будет в туалет. Нет, скажи, нужны. Не будет ходить? Или он? Она в берлоге же ни разу не ходила. Мы решили, что мы диван сюда поставим. А, ну, кстати, диван. Диван, журнальный столик, как светская львица будет лежать. Журналы будем гламурные приносить. Спать на полу, диваны рвать. Диваны. Теперь надо написать это объявление, что берем диваны, потому что надолго их не хватает. У меня эти игрушки уже нет, не в счет. Вот так, раз накрылась и пошла. Ку-ку. Ай ты. Что? Красавица. Вот так скажи, если одеялка накрываю. Лёш, подвинься. А то там сетка мелкая, не заснять никак. Чёрный плащ. Чёрный плащ. Скинул. Скинул. Так и зубами скрипим, да? Может быть. Я видел. Нормально? Угу. Главное, чтобы это не касалось. Не, он не касается, он везде достался, со всех сторон. Снизу сетка затянута, такой же. Ну, а сетка будет греться. Пускай греется. Она примерно на таком расстоянии от обогревателя находится, она сильно нагреется. Игрулька, да, скажи? Открыть? Открыть. Я уйду отсюда. Нет, у меня куртка последняя. Мокрое одеяло, говорит. Ужас. Ну а зачем? Понятно, что. Вот так, говорит, накрываются и ходят, да? Видишь, пытается накрыться. Довели ребенка, говорит, мокрым одеялом накрываюсь. Ну, он сегодня его заперл. Да это вот к вечеру она его притащит. У нее еще как лавочка получилась. Ей нравится. И столбики, и лавочка. Что? Притаилась? Нет, никто не ждет от тебя нападения, безусловно. Никто не знает, что ты собираешься делать. Красавица. И на улицу, говорит, и на улицу. Вот так. Ку-ку. Ну что, иди сюда. Как она закрывается? Дверьку. Никак. Ты закрываешь, дорогая. Ручку надо. Ручку поставить надо. Скажи, ребенку дверь не закрыть. Вот. Никак не закрыть.
человек. Понравится тебе новый дом, да? Подожди. Понравился, да. Все остальное, да? Все остальное достроим. И будет еще больше. Трехкомнатная квартира, чего? Чего ей? Скажи, одну отдали, а еще где-то две. Когда будут? Наберёшь. Вот так, вот так, вот. Это она, скорее всего, в берлоге так же себя вела, просто не видно. В берлоге так сильно не развернешься. А, могут только что не разбегаться. Ну, так, чтобы ходить, так сказать, она рисковалась там сидеть. А, ты меня хочешь? Бонни нашли, когда ее забирать-то будет?